Қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кер иықты, кең далам, құба жонды белдерім. Таң шапағатын шашқанда шырайлы таңмен таласа оянған қазақ елі көкше жері. Бүгінгі күндеріңіздің басы бақытқа, ортасы шаттыққа, соңы берекеге толы болсын деген ізгі тілекпен біз бағдарламамызды бастаймыз. Доброе утро! В эфире утренняя программа «Кокше Нурай». Сегодня вместе с вами мой прекрасный коллега Байбулат Ерканат. Және де алдағы бір жарым сағат бойы эфир тізгінде болатын, біздің студияға сән беріп отырған менің сұлу да сымбатты әріптесім Зарина. Аптаның басы және де бағдарламаның шымылдығын әммен түрек көкші арнасы қосулы босын бізбен бірге ояныңыздар. Тысячи мам активны, приходят, предлагают какие-то свои инициативы и так далее, приходят на встречи, активно все это помогают нам, да, в плане какой-то моральной поддержки. Это один вопрос. А когда организационные моменты, да, где мы делегируем обязательства конкретно по секторам, то есть один отвечает за сценарий, другой отвечает, там не должно быть большое количество людей. Представьте, 4000 организовывают мероприятие, это уже получится сыр-бор. Поэтому здесь есть организаторский состав клуба и все члены остальные клубы, которые может быть каждая мама. Для этого особо никаких правил там не нужно, чтобы вступить. Просто подписывайтесь на нас, посещайте наши мероприятия, будьте активным участником. Я даю возможность мамам, то есть себя выражать. То есть есть мамы, которые вот хотят выступать, они хотят проводить семинары, встречи в качестве коучей и так далее, спикеров. Мы предлагаем, пожалуйста. Самое первое мероприятие, которое вы организовали, вот именно? Первое мероприятие было организовано в Алдар-Кусе. В Алдар-Кусе. Да, мы как раз это был август месяц, вот когда мы открылись. Было такое очень яркое мероприятие, мы заняли полностью весь летник, потому что было тепло, была такая погода, до сих пор, как сейчас помню, было много аниматоров, были психологи, были вот так вот расставлены столы с разными организациями, то есть здесь был, допустим, тренер по Тому фитнес-залу, с умными тренажерами сидели, который сидел Томус Клаб, и мамам одевал все это, показывал, как умные тренажеры работают, где не надо заниматься, они сами там накачивают, все делают. Они такие довольны были. Там сидел психолог в том секторе. Мамы подходили с проблемами, рассказывали, как у них, что, какие-то советы спрашивали. Там сидел, допустим, мейкап-визажист, который красил маму. Ну, естественно, все это бесплатно было. В общем, мамы получали удовольствие, дети тем временем резвились с аниматорами на улице, рисовали рисунки на лицах, как в игре. Ну, в общем, хорошо прошло. Гүлмира ханым, өзіңізге сұрағым келіп отыр, осы клуб сізге жалпы не берді қатысқаннан бері? Жалпы берер пайдасы өзіңізге? Көп нәрсені қалада не болып жатқанын білем. Сосын араласамыз, общение дейді ғой. Сосын бір жалпы сондай бір общий мәселе болады, общий проблемы какие-то. Мысалы, бір мамочка жазады, ол саған таныс жағдай. Сол кезде бір-біріне ұсыныс беріп, бір-біріне қалай совет енді дейді ғой, солай советтер береді, сол біреуінің жағдайында өзіңді табасың, мысалы жазылмаған нәрсеңді. Жалпы ұрандарыңыз біріңіз бәріңіз үшін, бәріңіз біріңіз үшін. Иә, солай да айтуға болады. Менде екі балапаным бар, бір қыз, бір ұл. Сол девочки сколько? 5 жаста. А мальчик? Айнель, Айсултан 2 жаста. Жалпы осы жұмыстан бөлек отбасыңызға қаншалықты көңіл бөлесіз? Өзіңіздің отбасыңызға? 100% беремін. Сол енді күйеуім жұмыста болады, сол бос уақытымда. Былай енді заказ сондай не болса, әрине соған білек сыбана кіресем. Оны істеп болмайынша ешқай жерге шықпаймын, соны істеймін. Дәл уақытында тапсырыс қалай беру. Сізге тағы да қандай заттарға тапсырыс беруге болады? Мен осы құрметті көрермендер көріп отыр ғой, осы залда осыны одан басқа тағы қандай заттарға сізден ала алады қолыңызға? Мынау үлгі ретінде енді жастық шал, одан оған қоса көрпешелер болады, неше түрлі қазақтың не көп көрпе көп қой негізі. Сол көрпеше, перделер, мынау ломбрикенің бір түрі ғана, оның неше түрлі нелері бар.
ажурный ламбрикен, двойной ламбрикен, тройной бар даже, 3D ламбрикен, каза шығаватыр. Обучались вы? Ламбрикен, декоративный шнур деген нелер, атаулары бар. Я ламбрикенді көп болған жоқ, Алматыға барып келдім. Там проходили курс? Я курстарды бітірдім. Арнайы ламбрикендерді. А вот ваши мужья Анастасия и Гульмира поддерживают участие в клубе? Да. Предлагаю нам прерваться на несколько минут и посмотреть нашу рубрику «Этот день в истории». Мың 1933 жылы ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Шарифолла Сәниев дүниеге келді. Ал 1860 жылы 29 қаңтарда орыс жазушысы Антон Чехов дүниеге келді. 1936 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Сәбит Оразбаев дүниеге келді. 1998 жылы дәл осы күні Байқоңыр ғарыш айлағынан Талғат Мұсабаев бастаған халықаралық экипаж ғарышқа аттанды. 1999 жылы Олжас Сүлейменовтің Ізгілік Академиясы ашылды. Сондай-ақ бүгін Молдовада прокуратура қызметкерлерінің күні. Ал Украинада өрттен қорғау қызметкерлерінің күні. 1993 жылы Швейцарияның Давос қаласында бүкіл дүниежүзілік экономикалық форум өтті. Қайырлы таң көкше жері, ассаламу алейкум барша қазақ елі. Тәңірдің тартып өткен тағы бір таңы берекемен басталсын. Түні тыныштықта қарсы алып, таңын қуанышпен өткізген біздің көзі қырақты көрермендерге тағы да қайырлы таң тіледік. Ендеше біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Гүлмира, расскажите вот тем, кто сейчас нас смотрит, нашим телезрителям, вот вы стали участницей клуба совсем недавно. Как вы вот решили вот именно заниматься рукоделием? Что для этого нужно было? Какие затраты, может быть? Все равно мамы в декрете, они немножко, как вы в самом начале сказали, боятся, да, правильно? Да. Да, конечно, ищешь бюджетные варианты. Но когда есть идея, когда есть... Бюджетный вариант – это муж? Нет, бюджетные более такие выгодные, да, чтобы начать с малого. Да, да, конечно, с малого. Вот, ну, как бы берешь понемножку, как бы сразу... Сейчас у меня есть определенный закуп, определенные материалы, сейчас у меня уже есть. А вот вы где учились? Вот... Что вы заканчиваете? Так, я вообще, у меня высшее образование, я вообще по специальности финансист. Финансист, да. И вы не хотели работать в банке? Ну, как бы сейчас я нахожусь в декретном отпуске, вообще до декрета я работала в банке. Ну, творческая моя сторона, наверное, как бы больше как-то вот дает о себе знать. Вот, конечно, неплохо, это статус, это как бы... Более, как можно сказать, да, самореализация, как бы многое можно чего добиться, но я прежде всего хочу сказать, что главное желание, в любой работе главное желание, когда есть желание, когда есть цель какая-то, то определенно ее достигнешь. У меня, находясь в банке, как бы, ну да, я делала работу, возможно, я делала хорошо ее, как бы это и не мне судить, но мне вот душа рвалась больше вот такому, знаете, вот кулинар, хочется творить, хочется именно, знаете, вот самореализовываться именно вот так вот. В этом направлении. Да. Ага. А вот нашим мамочкам расскажите, кто сейчас нас смотрит, вот вы съездили на курсы, сколько нужно примерно для этого финансовых средств, чтобы съездить, чтобы окончить курсы, чтобы как-то начать? Вообще, как бы, на курсы, вот я говорю, где-то месяц, наверное, назад я съездила. Я вообще уже делала эти ажурные ламбрикены, но, как бы, для улучшения квалификации я съездила туда, да. А вот насчет банных, насчет вот этих подушек, это, как бы, я уже умела, я не училась этому, это у меня все, как бы, знаете, так вот, ну, само как-то все идет, получается, у меня... Я как бы еще раз скажу, у меня какой-то вот образ в голове, и все, я вот стою, и мне нужно это сделать. И получается, вот первый раз у меня получился банный, и все, и пошло. Как бы я для этого не училась на это специально, как бы, ну, нет такого. Наплыв, возможно, наплыв, да, возможно, это на генном уровне, как бы.
И... У вас кто-то тоже занимается рукоделием? Нет, не то что рукоделием, у меня вообще с двух сторон. Обе прабабушки у меня швеи, вот, они профессиональные, обе работали в то время в Омске, в ателье, как бы, ну, может быть, от них передалось, а может быть, и вообще, как бы, я считаю, что это вот истинное предназначение женщины, это именно вот рукоделие, готовка, ну, вот, все такие вот женские, как бы. И все вы успеваете, да? Ну, приходится успевать. Есть, конечно, помощники. Огромное им спасибо. У меня Зика есть, мама. Сейчас в данное время у меня дядя смотрит за детьми, помогает мне. Они дали мне возможность заняться вот этим вот творчеством. Сказали, пока есть мы, можешь воплощать все свои мечты. Но самое главное, конечно, это поддержка мужа. Если бы не муж, то как бы... Заканчивай, иди работай, зарабатывай, как бы. Нет, он мне тоже дает огромную поддержку, огромную возможность именно самореализовываться. Он мне даже помогает, он мне может помогать даже врезать вот эти вот все выкройки. Может сидеть со мной до ночи. Да, может со мной сидеть, получается. Да. А как вы познакомились с мужем? Ой, это вообще, наверное, еще один эфир нужен. Да, ну он вообще у меня муж, он с Туркестана. Вот, он приехал сюда, поступил тоже на финансы. У него была казахская группа, у меня русская группа. В один год поступили, и вот так вот как бы у нас... получилось. Да, ну вот вначале я говорю, он с Туркестана, как бы мы когда вначале вот общались, все не понимали, как это реально вообще, потому что он мне говорит на казахском, я ему отвечаю на русском, и мы вот так, они говорят, как вы друг друга понимаете, я говорю, вам не понять. Вот так вот как бы сейчас он хорошо разговаривает на русском языке, я сейчас неплохо на казахском, тоже благодаря ему. Вот. Конечно, огромное спасибо моим родным, близким, Анастасия, особенно мужу. Вопрос. Вот смотрите, вы руководите клубом. Вы начинали с низов, получается, с 10 подписчиков. Ну да, с самого начала. Занимаетесь ли вы дополнительно рукоделием, может быть? Готовка, нет, только клуб. Я, конечно, для своей семьи готовлю. А рукоделие это не мое изначально было. Нет, я не. А кто вы по специальности? Я работала детским врачом 5 лет. Угу. Потом вышла в декрет в 2015 году. И вот уже сколько сижу в декрете. Вы по образованию у нас? Нет, я фельдшер. Ага. Потом я переспециализацию тоже в Алматинском институте педиатрии и хирургии проходила. Потому что как вот... Сейчас мне не всегда хватает докторов на все участки. Вот мы фельдшера участковой службы сидели, ездили по вызовам, работали. Но вы сейчас не работаете, вы нет, в декрете? В официальном декрете. В да. официальном декрете. То есть после того, как декрет закончится, вы выйдете на работу. Или вы останетесь в клубе работать? Ну, клуб в любом случае будет существовать и дальше. А то выйду я или начну чем-то другим заниматься, уже другой вопрос. А может, вы планируете третьего ребенка? Нет, пока нет. Пока нет. У меня между первыми-то детьми 7 лет разница. 7 лет? Да. Как бы нужно немножечко, чтобы подрос малыш. Ну, у меня такие взгляды. Я полностью отдаюсь. У меня дочка как бы с 3 лет пошла на фигурное катание. Мы очень активно на танцы всем занимаемся, развиваемся. Поэтому ребенок очень много времени, усилий, вот это все нужно. А вот проводятся у вас благотворительные мероприятия? Да, обязательно. У нас постоянно на массовых мероприятиях, на больших. Ну вот у нас, допустим, если отличить встречу, которую, вот, допустим, мы сейчас видели, да, там 30-40 человек от крупных мероприятий, на которых присутствует 300-400 человек, это, естественно, разница большая. Угу. Поэтому как на больших встречах больше людей, естественно, там и охват населения больше в плане того, что можно какую-то информацию по благотворительности донести. И эффект отдачи будет лучше, нежели на маленьких мероприятиях. Угу. Поэтому мы благотворительность обязательно проводим. Каждое мероприятие, у нас еще ни одно мероприятие не проходило, чтобы не было конкретно, допустим, ярмарка на этом мероприятии, чтобы она не была посвящена какому-то ребенку. Каждый раз так, всегда. Рахмет көп, ендеше әрине осы жерден сұхбатымызды үзе тұрып, біз келесі айдарымызға кезек берейік.
Флейта – общее название для ряда духовых музыкальных инструментов, у которых вибратором, заставляющим столб воздуха колебаться, является струя воздуха, рассекающаяся об острый край стенки инструмента. Флейта является одним из старейших музыкальных инструментов. Древней формой флейты является свисток. Постепенно в свистковых трубочках стали прорезать пальцевые отверстия, превращая простой свисток в свистковую флейту, на которой уже можно было исполнять музыкальные произведения. Продольная флейта была известна еще в Египте 5000 лет тому назад, и она остается основным духовым инструментом на всем Ближнем Востоке. В Европе была широко распространена в 15-17 веках. Звучание флейты напоминает о волшебстве. Изумительно красивые звуки рождаются в среднем регистре, необычайно ясные, чистые и прозрачные. Недаром в фольклоре и сказках многих народов флейта занимает особое место. Ее часто наделяют мистическими свойствами. Мелодичное звучание флейты в руках опытного музыканта способно не только подарить эстетическое удовольствие, но и просто заворожить своей выразительной и пронизывающей музыкой. Мягкое и мелодичное звучание флейты может смягчить сердце, вызвать самые добрые и светлые чувства и разбудить душу. Құрметті көрермендер, бүгінгі күндеріңіздің өрнегі тек жақсылықтармен өрілсін. Тікелей эфирде Көкше Нұры таңғы танымдық сазды бағдарламасы. Біз бүгінгі қонақ жай студиямызға келген қонақтармен сұхбатымызды жалғастырайық. Анастасия, Гульмира, мы очень рады, что вы пришли к нам на программу. У вас сейчас есть возможность передать приветы, пожелания своим родным, близким. Анастасия, Гульмира, передавай. Передаю привет всем, кто меня видит, будьте со мной такими же, какие есть. Сәлем жолдап қойыңыз өзіңіздің жақындарыңызға. Мужу, главное. Муж, наверное, уже на работе, он тоже так волновался, привез меня. Удачи ему в работе. Анастасия? Я хочу передать привет всем мамам нашего клуба. Наверное, все мои родные спят, кроме моей бабушки. Бабушка, привет, тебе передаю. Если ты смотришь, то привет. Мы желаем процветания вашему клубу, пусть будет побольше спасибо. Ярких, радостных мероприятий, пусть ваши мамочки, все наши мамочки нашего города подключаются, будут активистами вашего клуба. А мы продолжаем, Байбулат. Ендеше, құрметті қонақтар, сіздердің құрметтеріңізге дәл қазір музыкалық үзіліске кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт бенен, жарасып уақыт бенен.
Ұйқысынан енді ғана оянып оянғанын Аллаға сансыз мадақ айтып жатқан барша қазақ еліне таңның сәлемін жолдаймыз. Көше нұры таңғы танымды көңіл ашар бағдарламасының аптаның 5 күн бойы таңғы сағат 7:30-дан бастап сіздер үшін қызмет ететін болады. Бізді қарай жүріңіздер. У нас сегодня в гостях участницы клуба Happy Mom Кокшетау Бота Калиева и Саида Джакпар. Қош келдіңіздер. Как ваше настроение? Жақсы. Таңғы көңіл күйлеріңіз. Қалай келдіңіздер? Жалпы осы өзіңіз жайлы біз және қысқаша таныстырып кеттіңіз ғой атыңыз деген. Өзіңіз жайлы толықтай айтып өтсеңіз. Қайырлы таң. Мен осы декрет дейтін 5 жыл отырмын. 3 балам бар. 3 погодкам. Қазір кезде 4-ші сәбиге. Алла жаса. Жаным қалат. Сол, мен лышмейкер, визажист, макияж дейтін, невесталарды жинаймын. Және де тырнақ істеймін. Микс қой, да? Я микс. Өзімде әделеп арналған студиям бар. Бір бөлмені әдемі клиенттерім келгенде өздерін салондай сезініп болсын деп сондай жағдай жасадым. Оны бәріне менім күйім, менім жұбайым, жаным деген көмегімен келдім. Сол кішкентай бала болғаннан олар қасында жүреді. Ешқандай нянька, ешкім жоқ, бірақ мен клиенттеріме айтамын, кішкентай бала бар, бағаларым онша қымбат емес салоннан қарағанда, бәріне қолынан келеді. Бірақ салондағыдай ғой енді барлығын несі? Иә. Вас трое детей? Иә. Өте тамаша. Сразу не скажешь, да, так себе даже трое. Я даже удивилась. Какая маленькая. Қазақстанның санын өсіруге үлкен үлес қосып жүр екен, салда да қоса беріңіз, Алла жазса. Амин. Рахмет. У вас мальчики, девочки? Старшая у меня дочь и 2 сыночка. Старшей девочке 5 лет. Мальчику вот будет в марте, 7 марта 4 годика. И младшему 2,2. Вот погодки. Бота, как давно вы в декрете? В декрете официально я 4 года. В этом году моей дочь будет старше 4 года, а младше 8 месяцев. 8 месяцев. Да. О, мы вас поздравляем совсем недавно. Спасибо, да. Она волнумызбен, она танумызбен. Рахмет. Расскажите о клубе. Вот как вы вступили в клуб, сколько вы уже являетесь членами клуба? Получается, клуб, когда был создан, я только родила. И был звонок от Насти Анастасии, создателя клуба. Вы знакомы с ней лично? Да, получается нет, когда она позвонила, мы знакомы лично не были с ней. Наше знакомство вообще было очень спонтанно, но, наверное, это был знак свыше, да. Они организовывали первую встречу в Алдар-Косе, как было сказано, и им нужны были декорации. Позвонила Анастасия и говорит, вот так и так, нам нужна фотозона для мамочек. Вы у нас декоратор. Получается, у нас ивент-агентство. Мы, знаете, я, в принципе, за любой кипиш. В нашем случае, мне кажется, это одно из главных качеств, как бы
помогать тоже входит, так сказать, в одну из наших, как говорится правильно, да, одна из наших работ, наверное. Вот, и сразу по звонку мы нашли общий язык, куда подвести, во сколько, у них было, вот получается, на сегодня звонит, завтра мероприятие. В назначенное время у нас все было доставлено, и, наверное, с того момента каждое мероприятие не обходится без нас, что очень радует. И, конечно же, я очень рада быть членом клуба, потому что, как говорила тоже Анастасия, очень тяжело переходить, когда ты, у тебя другая социальная вот общественность, да, то есть ты занимаешься общественностью, общаешься с людьми, ты находишься всегда в центре событий, и резко ты просто переключаешься в четыре стены дома. Знаете, неохота менять, во-первых, свое мировоззрение, охота быть активной. И, конечно же, мы вот, помню, когда открывали еще агентство, для меня, наверное, был плюс большой, что это встречи с людьми, это каждый раз что-то новое. И вот даже, допустим, мы сейчас с Настей работаем, каждый раз это что-то новое. В клубе происходит очень много таких вот мероприятий, семинаров. Меня уже приглашают не просто как члены клуба, а как спикера в некоторых случаях. И рада очень делиться опытом, знакомиться с другими мамочками, потому что, ну вот, даже элементарно, да, вот Саида, вот как красивая, думаю, что же надо подтянуться, да, и вот и накраситься, хоть и прическу сделать. То есть все мамочки, все талантливые. И очень приятно узнавать от каждой что-то новое, потому что все что-то умеют, и то, что не умеешь ты, можешь научиться у кого-то. Очень интересно, что вы принесли сегодня к нам на программу? Да, ну, как стабильно, да, мы, наверное, с папкой быстренько ходим. Наши работы, то есть за 4 года существования нашего агентства, собраны наши работы, наши рекламы в журнале. Можно посмотреть? Да, конечно. Очень интересно. Как называется ваше агентство? Наше агентство называется Министерство праздников. Вот. Такое название, Министерство праздников. Мы хотим свое министерство. Еще и праздник вообще очень круто. Это только по городу Кокшетау? Нет, это получается Петропавловск Астана журнал. Помню, мы с самого первого выпуска с ними. Говоря, что они сейчас будут, они еще и на Астану выходить, мы как бы очень много тоже вкладывались в рекламу, мы давали и на радио, и в журналы, и в газеты, и все-все-все, потому что когда ты начинаешь, как бы 4 года назад не было так развито, что были такие бизнес-тренинги, да, у нас в городе, по крайней мере, сейчас с этим проблем нет. Тогда мы, правда, не знали, с чего начинать, потому что я только закончила университет, супруг у меня вообще по другому направлению работал. И мы, знаете, и мы и в рекламу, и в офис, и в декор, во все вкладывались. Поэтому у нас, да, в плане рекламы. Чем занимается ваше министерство? Оно организовывает свадьбы, юбилеи или что? Не только. У нас оформление, организация торжеств, в принципе, разных направлений. То есть, начиная, и детские тоже? И детские мероприятия, да. И концерты мы даже оформляем. И свадьбы, и юбилеи тоже, как вот вы говорили. Это я вижу вот здесь в синем цвете. Это оформление то вы сами придумали? Да, мы, получается, как? Мы придумываем оформление. Ну, это все зависит от клиента. Бывает сейчас молодежь продвинутая, социальные сети, это все развито. То есть приходят, бывает, показывают, хотим вот так, да? Очень красиво. Это ваше здесь видно, не видно нашим телезрителям, но очень красиво. Вот, да, спасибо большое. Но бывает, что, допустим, бывают люди приходят и говорят, мы просто хотим, чтобы было красиво. Мы начинаем подбирать, сочинять, показывать. Если клиенту нравится, то мы делаем так, как понравится. Вот это мы с инвекторингом жансен жовар, да. Сейчас бринчи сизге сукузим суботкан, өзүнүз так билген эсим мына шолпуларыңыз өзүнүз кулагыңызда осылар кайдан бринчи көзүм түсүп отур да. Осыдан маган кийим. Сатып алды подарка. Жоқ, мен осындай нелерді істемеймін. Істемейсіз, бірақ жақсы көресіз. Я тоже подумала, что это ручная работа, что вы сами это делаете. Может быть. Может быть. Расскажите, вот где находится ваша студия? Студия дома находится. Где вы миксуете? Да, за дворцом Кокшетау мы живем. Там в доме отдельная комната со всеми удобствами. Первое время, конечно, было тяжело,
особенно когда первый ребенок, ну когда с первым ребенком я так особо как бы не занималась, но уже были так первые шаги, можно сказать, родные там просили, сделай прическу, там накрути, и это у меня стало лучше получаться, и я решила обучиться уже более профессионально, закупила профессиональную косметику. И как-то так, через Инстаграм, я не даю объявления, у меня нету такого, чтобы у меня было много клиентов, потому что это дома, у меня есть семья, в первую очередь дети, и больше, конечно, времени я им уделяю. Как хобби, да? Да, это как хобби для меня, чтобы я сама по себе очень общительный, такой открытый человек. И если я не, ну, мне нету как бы общения, мне не хватает. С маленькими детьми это совсем по-другому. И отсюда я нашла такой выход. Ну, соответственно, в обед я не принимаю. У меня уже есть даже табу, мне клиентки звонят, например, ой, мне срочно нужны ногти. Я говорю, вы знаете, как бы в обед у меня муж приезжает, обязательно, как положено, нужно накормить. Хорошим настроем отправить на работу. Арнайы сонда жұмыс режим уақыттарыңыз бар ғой, иә? Қай уақыттан қай уақытқа дейін жұмыс істейсіздер? Ну, режим бар. Мысалы, таңертеңнен кейін, бірақ түнге шейін істемеймін. Менің кім, мысалы, болады сбор невесты. И невесталар, мысалы, келе алмайды маған. Мен оларға өзім барам. Сондықтан менің кім үш баламен отырады, сонымен көмектеседі, ол суббота, воскресенье, сондай күндер болады. Солай ақшаға мен құнықпайсыз? Иә, нетпеймін. Тек қана өз... Өзіңіздің жан рахатыңыз үшін жалпы, өзіңіздің сүйікті ісіңіз, сонымен айналасыз ғой. Ең біріншіден балалар, балалардың тәрбие, оның дамытулары, олардың развитиялары маған ең маңызды. А как вы узнали о клубе? О клубе? Как познакомились? Все благодаря Инстаграм. Через Инстаграм. Когда вы вступили в клуб? Только недавно. Только недавно? Только недавно, наверное, недель-две. Как. Вам нравится? Да. Мне понравилось. Вот уже благодаря этому клубу я попала уже в студию, в прямой эфир, так сказать, познакомилась с другими мамочками. Ну, до этого я летом Оразайн, да, тоже как активная мамочка вела зарядку зумба. То есть я никогда не отстаю. Это не значит, что у тебя трое детей, нужно сидеть. Можно в наше время все успевать. Главное бы желание. Пока мы молоды. Да, пока мы молоды. Вот. Хотела бы сказать, чтобы мамочки не боялись. К примеру, некоторые заостряются, один ребенок и думают, а как мне будет уже со вторым? Сложнее, будет сложнее, да? Будет, я хочу на работу, я не смогу. Нет, это дети никакой преграды не имеют вообще. Конечно, нужно следить за здоровьем, за питанием, за правильным питанием. Мне кажется, дети поддерживают твою энергию. Ты больше дети двигаешься, дают, больше бегаешь. Больше, да, они дают такой пинок, что хочется еще больше. К примеру, у меня уже есть мои планы. Да, основные цели, но я не буду это говорить. Заинтриговали. Да, и все благодаря детям, как бы это не только в сфере красоты, это немножко совсем другой уровень. Вот она же сам. Ну, я думаю, что у вас все получится. Главное желание. Предлагаю прерваться на несколько минут. И посмотреть нашу следующую рубрику. Көрікті мекен Көкшетау, ауасы жанға жайлы жұпар исті. Бұл қала тек сұлулығымен ғана емес, бойында тұнып жатқан сырларымен де белгілі. Біздің келесі айдарымызға назар аударсаңыздар, Көкшетау қаласының қыр-сыры жайында баяндаймыз.
тәуелсіздікке қол созған шахар айдарының бүгінгі нысаны Көкше өңірінің тумасы, Кеңес одағының батыры, жазушы Мәлік Ғабдуллиннің ескерткіші. Мәлік Ғабдуллин является героем Великой Отечественной войны. Это великий сын казахского народа. Памятник ему был. Ескерткіш жазушының 100 жылдығына және Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арнайы ашылды. Ол қоладан жасалған. Биіктігі 3,5 метр, көртендік граниттен жасалған тұғырда орнатылған. Биіктігі 2,4 метр. Ескерткіш авторы мүсінші Тоқтар Ермеков. Майдангер жазушы майданнан жаңа келген, өзінің халқы үшін еңбектенетін күш-қуатты қолына кітап ұстап тұрған жас жазушының суреті бейнеленген. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде Көкше Нұры таңғы-танымдық сазды бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз, байланыс нөміріміз 25-25-05. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз бар болса, бізге хабарласыңыздар, біз сіздердің сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал егер де бүгінгі шығарылымды тікелей эфирде көре алмай қалған болсаңыздар, сіздер қамықпаңыздар, біздің арнаның сайты бар, арнайы сол жерден қарап барлығын көре алатын боласыздар. Енді сіз сұхбатымызды жалғастырайық. Бота, расскажите о своих планах на ближайшее будущее. Вы хотите заниматься агентством, быть участницей клуба Happy Mom. Может быть, еще хотите третьего ребенка родить, вот, я подождите, не знаю, подождите. Или там заняться рукоделием. Ну, знаете, пока ты вот молодой, да, хочется всего. Я, было бы время, я бы и рукоделием занималась, я бы и шила, и все, и так далее. Конечно, планов очень много. Очень большие планы. Тоже, конечно, рассказывать, хотя я в примет не особо верю, рассказывать тоже пока не особо хочется, да? Развитие, самое главное, развитие. Развитие не только агентства, но и себя, потому что, наверное, когда мы знаем большее, то мы можем большее предложить и нашим клиентам. Ваши мужья вас поддерживают? Обязательно, да. Обязательно. Без этого, мне кажется, никак. Одно если муж, да, муж не будет поддерживать, то... Как бы ты ни хотела бы, мне кажется, даже если муж не поддерживает, то лучше не стоит этим заниматься, потому что ну, у меня вот супруг, да, у меня да. Супруг работал вообще не в этой сфере, буквально года два назад, он полностью, вот мы сейчас с ним вместе работаем. Угу. Он увидел, какой доход? Ну, потому что разрываться тоже, как бы изначально, да, супруг очень мне сильно помогал. Он разрывался между основной работой, между офисом, и потом мы решили полностью посвятить себя офису. Бота, как вы познакомились со своим мужем? Ой, ну, общий круг друзей, у нас все друзья общие, поэтому у нас как бы мы часто виделись, и как-то получилось так, что мы с ним познакомились. Вы по образованию декоратор? Нет, по образованию я переводчик. А, переводчик. Да, то есть... Какие языки? Английский, немецкий чуть-чуть, но в основном английский направление. Да, ну, конечно, многие удивляются, как так, да, получается вообще переводчик, и тут на тебе агентство. Ну, вообще, я больше, наверное, со сцены перешла, да, я знала закулисную работу, я работала на свадьбах, и, то есть, я знала все вот... Эту кухню, как говорится, изнутри. Ну, это для ваше, меня, да? Да, для меня, конечно, творчество, это проявляется не только как на сцене, просто в красоте. То есть это не как вот доход, да, что вот мне нужны деньги, поэтому я делаю все возможное для этого. Мне нравится. Свою свадьбу, наверное, вы организовывали. Вот знаете, я, как да? раз-таки на свою свадьбу мы вообще даже не заморачивались. Да, организация у нас была, оформление у нас на тот момент как бы не было такой моды, что за ней сигнались, да, как сейчас это модно. Поэтому, если честно, я даже свое оформление толком и не помню. Организацию, да, мы делали все как подобает концертной такой эстетике. Вот, и, наверное, да, если вот мне понравится, я так думаю, да, в будущем чем-то другим заниматься, мне кажется, я с легкостью смогу, допустим, закрыть агентство и открыть что-то другое, то есть это не для каких-то денег, не для вот того, чтобы заработать себе на жизнь, просто нравится. Пока вот мы молоды, я думаю, что это красота, сейчас это мода. А вот зимний тренд оформления, какой сейчас цвет? А ну, знаете, вообще такого тренда, можно сказать, нет. Потому, вот я раньше думала, что вот сейчас мода такая, вот смотришь мировые все работы, да, и думаешь, вот сейчас в моде, надо это клиентам предлагать. Сколько людей, столько мнений. Бывает, люди приходят, им нравится одно, другие приходят, нравится совсем другое. То есть все зависит от людей,
с вкусом. Mm-hmm. Поэтому такого прям определенного одного тренда, то, что вот цвет года в Астане, в Алмате там говорят, да, и так mm-hmm. далее. На нас это не распространяется. У нас каждый делает по-своему. Да, у нас все равно, что людям ближе, то они и делают. И в Инстаграме вы также есть, да? Да, в Инстаграме тоже есть. А как вы подписаны? Это я для себя заранее. Министерство.праздников. Мы есть во всех социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. То есть, в принципе, у нас доступ есть хоть как. Сейчас мы на стадии разработки сайта. Поэтому, я думаю, скоро, когда вы будете вбивать Google, мы будем тоже в поисковике первыми. Замуж буду выходить, обязательно к вам приду. Давайте будем ждать. Я вас буду собирать. Да-да-да. О, да. Преимущество клуба, что есть все, все направления. Преимущество. Я еще и в клуб вступлю, когда в декабре. Да, еще у нас девочки и торты пекут там. Да-да-да. И психологи у нас есть. Жігіттерге арналған ештемелеріңіз жоқ па? Жігіттерге, кажется. Жоқ. Ойнау деме. Вы можете нам помогать. Әрине, иә, өзіміздің болашақ жарымызға көмектесік, соның өзі өздеріңіздің жігіттеріңіз сияқты жалпы. Оның өзі үлкен көмек қой жалпы. Өзіңіз бағана сұрақтарға жауап бересіз. Сізге бүгінгі құрам, қанша құрам бар жалпы? Осы аналар құрамы. Клубта. Санын білмейсіздер ме? Иә, очень много. Наверное, больше половины города. Я думаю, что как бы знают о клубе и очень приходят на мероприятия, да? Буквально район, да, Арда? Да. Вот потому что были мероприятия, да, и приезжали больше 400 мамочек. А это плюс, даже приезжали. Да, плюс по двое-трое детей, это очень массовое мероприятие. А вы сами выезжали в районы, именно вот участники клуба? Пока нет. Нет, не проводили. Пока еще нет. Но в задумках есть? Ну, я думаю, все зависит от Насти, но она такой очень хороший организатор, и я думаю, что если она задумает, то мы, наверное, поедем, если мужья как раз-таки поддержат. Мне кажется, мужья поддержат таких жен, активистов. Ну, то есть, как сейчас тоже с ней договорила, знаете, это детки, это то, что от нас не зависит, это, конечно, наши дети, да, то есть, там, то погодные условия какие-либо, там, садики и так далее, то есть... Это вы у нас встречаетесь именно со всеми участниками раз в неделю проводится встреча? Нет, мы, то есть как расписание семинаров или расписание каких-либо встреч проходит, тогда да, мы встречаемся, но то есть видите, тоже всегда по возможности, кто-то может прийти, кто-то не может прийти, поэтому благодаря вот вашему телевидению сегодня встретились с какой-то частью. Да, вы, наверное, все сидите в одной группе в WhatsApp? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Ну, поддержим сами связь. Анастасия всех обзванивает, да, индивидуально каждого? Да. Жеке-жеке жалпы қабырласады ғой. Жалпы өзіңізге сұрақ, өзіңізді сайда, жалпы қандай мамандық жалпы өзіңіздің оқыған мамандық? Мен өзім маман, бухгалтер. Мен тұрмысқа шыққан келі, мен МВД-да, Астанада бухгалтер болып жұмыс істедім. Сосын тұрмысқа шыққанда мен Көкшетауға кеттім. Менің күйім онша Астананы ұнатпайды. Жалпы өзіңіз Астананың қызысыз? Жоқ, Көкшетаудың қызымын. Көкшетаудың. Иә. Осы 5-ші мектепте бірге оқығамыз. Да. Бірақ мен, иә. Одноклассницы. Жоқ, жоқ, одноклассницы. Мен у нас в 5-й школе все дружные, несмотря на разные года, да. Да. Сондай мамандықты оқып, сол жерде таныстың жалпы жұбайыңызбен? Жұбаймен? Жоқ, жоқ. Жұбаймен мен... Такая хрупка девушка работала в МВД. Иә. Ер азаматтардың арасында өте қиын болды. Мен жұбаймен, айтқандай орша заловка, менің досым болды. Бірге оқыдық, осы Көкшетауда, Кемда. Сосын бір кезде болған телефонда звондаймыз ғой, маяк қосамыз. Содан маған айтқым, беш мен звондаймын бір жерге. Аватаркада, фотода күйімнің фотографиясы болды. Мен күйім сол кезде Америкаға кетті. И ол сестренкасы сен ала жаса келгенде мен оны алыпстаймын деп сондай немен қойған болыпты себеппен. Сосын мен көріп қалдым, ол қандай әдемі ол бала, ол кім, ол айтты, ол менің үлкен ағам.
ол қазір Америкада, ол тек қана күзде келеді деп, сол кезде март болды ма, солай. Мен жоқ, берші телефон деп, өзім, өз кімді тауып алдым, сосын... Сосын бір кезде, сентябрьде мен өзім звандадым, сол кезде домашний телефон болды. Не деген бақыт жігіттің болды. Цумның қасында кездестік. Қазіргі заманға дейін ол есінде бар, қандай мен кейіммен болғанмын. Жасым 16-да болды, мен қызыл. Қызыл нарядпен шықтым, қызыл бусы, шашым нетіп шыққан, сонда ол перчатка кидім қолыма. Жақсы сайдаған, өте қызық сұхбат болып отыр, бірақ дәл қазір енді сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр. Рекордтар әлемдерін жаңғыртқандардың есімдері, қызықты оқиғалар мен ерекше дарындар мен Гиннестер кітабына енгендер жайлы біздің келесі айдарымыздан біле аласыздар. Ендеше экранға назар аударыңыздар. Книга рекордов Гиннесса обнаружила самое старое вино в мире, и им оказалось грузинское. Ученые обнаружили, что грузинские виноделы занимались производством вина более 8000 лет назад. Официальное издание Книги рекордов Гиннесса опубликовали данную новость на своем портале 2 декабря 2017 года. Теперь это зарегистрировано официально, и мы можем поздравить грузин. В конце 2017 года список богатейших людей планеты немного изменился. Если в начале марта по версии Forbes самым богатым человеком был основатель Microsoft Билл Гейтс, то теперь первую строчку рейтинга занял основатель модного бренда Zara Амансио Ортега. Долгожитель Исраэль Криштал из Израиля считался самым старым мужчиной в мире, так как он родился в 1903 году. Он немного не дожил до своего 114-летия и умер во все же рекордном возрасте 113 лет. Палеонтологи обнаружили самое большое существо из когда-либо ходивших по Земле. Речь идет о титанозавре, который жил на нашей планете 100 миллионов лет назад. Исследования найденных окаменелостей динозавра Потага Титан Майорум показывают, что он весил около 69 тонн, а длина его тела составляла более 35 метров от носа до хвоста. Титанозавр был растительноядным динозавром отряда ящеротазовых. При этом у него были очень длинные хвост и шеи, передвигался он на четырех ногах. Во время столь невероятной находки были обнаружены позвонки и реберные кости динозавров, а извлечены они были из карьера на ранчо Ла Флеча в провинции Чубут в Аргентине в 2013 году. 50-летний казахстанский марафонец Марат Джаланбаев – семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. За 7 дней марафонского бега он забрался на Эльбрус – самую высокую горную вершину в Европе. Марат Джаланбаев пробежал через крупнейшие пустыни в 1992 году за 20 дней пустыню Каракумы – 1200 километров, в 1993 году за 24 дня пустыню Сахара – 1700 километров, в том же году за 22 дня пустыню Большая Виктория – 1600 километров, в 1994 году за 17 дней пустыню Мохаве – 1218 километров. Төрден сіздер, қызықты да, шыжықты да көрген сіздер. Әйелдерден пайғамбар тумаса да, пайғамбарды туып берген сіздер. Аттарыңыз шежіреге енбесе де, шежірені таратқан сіздер де ендеше. Ана деген есім мүш әріп, шексіз мағынадан тұрады. Бүгін бізге келген жалпы аналар клубының мүшелері, сіздерге көптен көп рахмет айтамыз. Алда жетер жетістеріңіз көп болсын, енді өздеріңіздің тілектеріңіз болсын. Сәлем жолдасаңыздар болады бүкіл көкше жеріне өздеріңіздің таныстарыңызға. Мен тілейтімін жас аналарға ең біріншіден өз-өзінді дамыту. Я әрине кішкентай бала болғандықтан әр жағдай болады себептер, бірақ кішкене-кішкене өз ұнайтын хоббимен айналысу. Өйткені ол психикалық, моральдық өте үлкен помощь дегенде көмек береді. Қазақстан еліміз дамыта берсін,
үлкен сәлем жолдаймын отбасыма, қарайтын менің балларыма, кеуіме, анама. Менің туған анама үлкен рахмет айтам, өйткені мен бастағанда кішкене қиын болды, бірақ поддержка болды, сондықтан күйім қарап, клиенттерім үлкен рахмет айтып, сондықтан уже мені солай поддержка солай-солай кетті. Сондықтан аналар қорқпаңыз, не ойлаған мақсаттарыңызбен айналысыңыз. Ну, хотела бы поблагодарить за приглашение, сказать, конечно, вступайте в ряды нашего клуба, поблагодарить своих клиентов, поблагодарить супруга, он тоже сейчас смотрит, маму, она тоже сейчас смотрит, и, конечно же, семью, потому что очень большую роль играет, конечно же, семья в любом начинании, это и вдохновение, это и муза, это и стимул. Вот, и, конечно же, пожелать всем развития, действительно, чтобы не боялись начинать, потому что начинать можно и без вложений, мы начинали без вложений когда-то. Самое главное, не бояться, оставаться активной мамочкой. Спасибо большое. Да, самое главное. Ендеше, құрметті көрермендер, өкінішке орай Көкше Нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасында кезекті шығарылымына берілген уақыты шектеулі. Арайлап атқан әр таңдарыңыз шуақты болсын десеңіздер, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аман сау болыңыздар, сіздермен болған менің әріптесім Зарина Дүйсекеева. И мой прекрасный соведущий Байбулат Ярканат. Всего вам доброго, до новых встреч. Жасыл орман.